Привет, мои дорогие девочки, как вам? С Дайсоном мы ж, этот... Вот она нормальная, а? Вот она нормальная. Смотрите, она ее искупала или ты сама искупалась? Вот ты нормальная, да? Дайсоном она сушит Томаса. Он говорит, смотрите на эту дуру. Она его искупала, а он трясется. Такая жара, дебил этот. Просто ненормальный какой-то. Че ты трясешься? Нормально, она еще со мной ругается. Смотрите на нее. Смотрите на эту. А вы говорите. А это Шакира тоже искупала? Нет, потом, да? По очереди. Ужас, Кайтана, ужас. Ужас, подушки. Все, с собакой будет все вонять. Делай, что хочешь. Делай, что хочешь. У меня просто нервов на эту девочку нету, девочки. Поэтому закрываю дверь, выхожу оттуда. У меня нету нервов, девчат. Я вам честно говорю. У меня просто она меня, просто она меня доводит, девчата, доводит. Ну как это на диваны, а, у девчат? Сейчас скажете, что я ненормальная. Ну как можно на диваны собаку ставить, а? На такие новые дорогущие диваны. Она говорит, дороже Томасика этот диван, что ли? Вот так она мне говорит. Вы представляете, да? Вот насколько ребенок любит Томаса. Девчата. Уже выключил, что ли, пищ-пищ? Аппарат ты пищ-пищ? Выключил. Посмотрите, как все зелено. Но, кирия ее инсиняру пищ-пищ, но я та. Но, дехалю. Смотрите, девчата, как все зелено, а? Вот все намочилось, все то и такой прохлад делает, и все. Очень хорошо, девчата. Так что моя поливалка, девчата, правильно сделала, что купила. Еще несколько штук. Но надо уговорить, девчата. Очень тяжело. Очень мне с ним тяжело. Понимаете? Очень мне этот. Как-то вот, ну не могу, девочки, да, вот. Это должно быть так, как будто это его задумка, поняли, да? Надо мне как... А вот как это преподнести, это тоже загадка, девчата. Это тоже нелегко. Ну разве вот... Вы не заметили, да, в прошлом году, вот кто меня смотрел с прошлого года? Разве это все равно? Вот сейчас поменяли местами, сюда уже... втыкнули, да, чтобы вот здесь я была тоже мокрая. Ну, посмотрите. Просто шикардос, девчат. Да, это трава, обычная трава, да. Да, ну и что, ну, зеленая. Зеленая. Вы на это посмотрите, вот где нету... Вот. Вот на это посмотрите. Вот так было бы везде. Разве вот это сравнится вот с этим, а? Что случилось, Кайтана? Он там и что? Она переживает, что-то говорит. Это тиритандо. Эй, я арропау и тодо. Она говорит, что ему плохо, Томасику что-то, он себя плохо чувствует. Не знаю, выдумывает сказки какие-то. Я не знаю, не верю. Тот день Эстеван дал Томасику что-то покушать. Этот, я ему 100 раз сказала, Эстевана, не давай ему куриные косточки, ничего. А он говорит, я косточки не дал, я шею дал. Я говорю, еще хуже. И вот Томас вырвал. И вот теперь Кайтана с ним носится туда-сюда за то, что вот он вырвал. У меня голова болела, со мной не носились. Вот так, никому не нужная. Поняли, да? Вывод. Собака дороже меня. Вот и все. Вот такой у меня вывод. Сегодня он там поливает. Я сегодня тут все полила, девчата. Лестницу мыла. Посмотрите, в каком состоянии. Уже сегодня утром лестницу мыла. Ай, я здесь так побрызгала все. Так было прохладно. Но это на какие-то... Сегодня очень было тоже жарко, девчата. Ну, вот так, когда ты брызгаешь туда-сюда, как-то терпимо. Тут полы мыло тоже, вот это все это мыло. Ну, не мыло, вот шлангом, да, девчата? Короче, вот так. Тут никаких продвижений нету. Сейчас мой муж свет в кухне там проводит, короче, хочет свет провести. Мне говорит, я тебе пару лампочек там поставлю пока, чтобы там было.
Вот так, ребята, вот такие у нас дела. К Мирее позвонила, потому что она сегодня меня закидала прям в WhatsApp: тетя Наталья, тетя Наталья, тетя Наталья, хочу вас увидеть. Я ей сказала: дочка, скоро вообще видеться не будем. Все-таки Кайтаночка в другую школу идет, ты в другую идешь. Она такая: да, но все равно мы же остаемся друзьями. Я говорю: ага, завтра на речку поедем, девчата. Так что я говорю, ну уже как-то совесть не позволила мне. Я говорю: завтра на речку едем, доча, хочешь? На ночь не привела девочки, потому что по чуть-чуть хочу отучаться, отучать ее тоже. По чуть-чуть. Не хочу так резко, ты мне уже больше не нужна. Нет, так не бывает. Вот. И я ей сказала: завтра мы на речку едем, если ты хочешь, мы за тобой заедем. Да, хочу, хочу. Ну, я говорю: Кайтана, ты как? Она говорит: ну хорошо, давай заберем. Когда она уже настраивается, знаете, вот этот, уже вчера тоже с ней договорилась, сказала: Кайтана, ты у меня что-то просишь, я же тебе делаю, вот ты тоже должна мою просьбу выполнять. Ты идешь в этот институт, в эту школу, потому что вы начинаете на меня накидываться, когда говорю институт, в эту школу ты идешь без никаких разговоров. Так что давай плохую рожу не ставь мне, нормально все. Она мне говорит: вот я единственное, что плохо в юбке буду идти. Я говорю: привыкнешь. Мы столько лет ходили в этот фартук, юбка, галстук. Ну, галстук мы до какого там, до 5 класса, что ли, носили, до 4, что ли. Вот так. Как-то вот так, девчата. Хорошо у меня, правда, девчата? Вот так живем на хуторе, девчата. Все потихоньку, все красиво, все хорошо. И все от души. Вот. Я смотрю некоторые блоки, да. Ну, конечно, есть там роскошные такие. Я такие не смотрю. Зачем мне надо? Зачем мне нужно такие блоги смотреть, чтобы себе настроение портить, что ли? А смотрю, вот деревня, да, там такой ужас, там такой кошмар, так что для меня это еще рай, девочки. Девочки, куда мы едем? Отдыхать. На речку. На речку едем. Вы меня спрашивали за Мирею, где Мирея? Вот Мирея. Мирея, ола. Привет. Привет, Диси, Кайтана. Платьишко одела Кайтаночка. Девчата, я вообще только недавно встала. Я сейчас даже не завтракала. Сейчас позавтракаем с Эстеваном. Сегодня вообще стала смотреть один сериал, девочки, там на испанском, да? За мафию, короче. Ой, девчата, я всю ночь мафиозницей была. Всю ночь во сне. Короче, такая крутая во сне. Там такой крутой мужик, короче. Пипец какой крутой. Испанский актер. Как он мне нравится. Он взрослый уже, да? Я не знаю, сколько ему там. Ну, наверное, за 60. Но, девчата, вот красота не пропадает, девчата. Вот если ты красивый, он еще возмужал, он еще лучше стал. У него, короче, сын голубой и дочь. Она такой красавчик, девочки, да? Короче, весь город на него там чуть ли не молится, потому что все его, все покупают, все продают, все фабрики, все. Там, короче, там такой крутизна. И он, короче, болеет, если что. Он, вот эта болезнь, девочки, такая нехорошая болезнь, она сейчас такая популярная, которая вот память уходит. Вот у него такая болезнь, короче. И он хочет, короче, все там, ну, а пока он еще нормальный, короче, все на место. Короче, я так и не досмотрела, потому что там много серий. Я вчера до 2 часов ночи смотрела серии. Вот жизнь, а, не работая. Оказывается, не работает, девчата, это шикарно. Меня все спрашивают, когда вы на работу пойдете. Еще неизвестно, пойду ли я. Но я еще могу, девочки. Я еще могу быть на этом, ну, на больничном, короче. Буду тянуть до последнего, девчата. Так что вот так, сейчас пойдем с мужем позавтракаем. И с детьми тоже. С утра мой муж уже к матери своей съездил, девочки. Ей нравится инжир, все. Что-то наш Томас, на самом деле, девочки, завтра, наверное, к Томасу, к ветеринару поведем. Надо пристегнуться.
Вот с тех пор, как он дал Томасику косточку, девочки, вот я 100 раз сказала. Ну, мои слова, это только сейчас мне вот этого не хватает. Томасик похудел, плохо кушает. Завтра я его к ветеринару мы поведем. Он, Кайтаночка, он с Кайтаночкой спал сегодня. Знаете, мой свекор умоляет, просит меня Шакиру. И думаю, отдать что ли моему свекру Шакиру. Потому что она все кусается, ее выпустить невозможно. Она животных всех кусает, всех моих птиц кусает. Это постоянно ее выпустить, их выпустить. Он, короче, девчата, такая проблемная собака. А мой свекор будет с ней гулять. А лемхор Шакиру на даму саду падрит, Теван. Кай, на даму сад Шакиру ами соигро? Я вчера говорила с ними. Давайте, говорю, и этот, мой свекор с ней постоянно будет гулять. Ему все равно этот, что это такое солнце, какая жара. Только еще 11 часов нет, а уже солнце бьет. Прямо этот. Короче, может быть, отдам я моему свекру. Может, сегодня, когда с речки приедем, пойдем отдадим. Ой, мой свекр будет такой счастливый, такой довольный. Он же так любит. Он любит очень собак тоже. Моя свекровь любит кошек, а он собак. Вот так. Едем на речку, девчата. Нам так красиво. Это мое любимое место из речек, да? Где я сережку потеряла, ездила потом искать. Вот это туда. Очень завтракать хочу, голодная, девочки. Я вчера мало ужинала. И вот с утра уже встала давно. Так, иду завтракать. Моя подруга, знаете, что сказала за борщ? Что ей очень и очень понравился. На зиму, говорит, хорошо было бы, говорит, этот суп. Ну, они же супы едят зимой. Мамонус, адесавинарчикас. А моему мужу, говорит, не очень. Сидят мои подруги. Я сегодня одела такие тапочки, как у Эстевана. Но у Эстевана они уже испортились. А они у меня еще как новые. О, мои друзья сидят. Hola, buenos días. ¿Qué pasa? Si tengo bañador abajo. Ой, это digo yo. Cualquier día me meten a un maletero y me se llevan. Que tiene bañador. Está claro. Puesto el bañador. Claro, porque me voy a bañar. Ah, que vas a la piscina. A la piscina. ¿Cómo lo explicó este? No saludas a mis chicas. A mi YouTube. ¿Eh? Ah, a ti. Eso de vieja. Поцелуй, говорит, взрослых людей. Это мой Хосе. Но. Девчонки, неужели я заслужила, а? Мы заслужили. Приехали мы, это называется расу, ребята. Мы приехали отдыхать. Ой, девчата, с таким скандалом мы забрали девочку. Мирею бедную, со слезами, со скандалом. Вообще, короче, кошмар. Девчонки, смотрите, козы. Вон там наверху видно, да? Козочки. Очень красивое место. Вот чем не хуже это... Ну, хочу сказать, чем отличается от Дагестана? Вот не знаю, девчата, очень мне нравится в Испании, потому что... Чего я ору? У меня же микрофон. Очень мне нравится, девчата. Вот так на наш Дагестан это все, природа это похоже. И люди очень похожи. Испанцы вообще похожи на наш народ, да? Вчера моя дочь общалась с ней и этот... Сказала, ой, мы завтра на речку едем туда-сюда. И подруга ее говорит, я тоже хочу с вами. И я сказала, ой, ну раз хочет, давай скажи. Как-то мне казалось, что это такой грех, да, вот ее не взять как-то. Ну давай скажи своим родным.
И это сказала своей бабушке, своей матери, своему дяде. Завтра они едут купаться. Могу ли я с ними поехать? Они сказали, можешь. Они сказали, можешь, без проблем, все. И моя дочь ей сказала, ну тогда приготовь вещи, чтобы завтра мой дядя за тобой с утра заехал, забрал тебя, чтобы не ждали мы тебя. Хорошо. Ну хорошо-то хорошо. Сегодня утром мой муж поехал... Ага. Мой муж сегодня утром поехал свою мать увидеть. Там инжир ей отвез, все. И позвонил к этой девочке, говорит, ну, я за тобой приезжаю. Она говорит, дядя Эстеван, а вы знаете, я дома одна, они все куда-то ушли. Дядя по своим делам, мать вообще не знаю где, бабушка тоже не знает, она где. Короче, она одна. Теперь мой муж приезжает. Ой, какая красота, девчата. А Ялвин? Смотрите, сколько людей здесь. А. Медайголь. Юкрюки сия, кисия, а я ваху, ну-ка. И мой муж говорит, не беспокойся, давай я тебя подожду. Ждет, мой муж ждет, их нет. А теперь мой муж берет звонок, делает. Мамаши, ты где? Мира, Айла, сумраки, бонсит. Мамаши звонит, вы где? Мамаша говорит, как, где? Я по своим делам. И он говорит, ну как по своим делам? Я же хочу девочку забрать. А... Теперь мой муж ждет, но позвонил. И мать говорит, ай, а я не знаю. А я даже не в курсе, что она уходит. И мой муж говорит, как не в курсе? Она же вам вчера сказала. Нет, говорит, не сказала. Это берет трубку. Я же говорю, это берет трубку. Мама, как не знала, я же вам вчера предупредила. Это туда-сюда. Теперь я своей дочке... И она приходит и мне жалуется теперь. Ну, если он позвонил бабушке. Все, ой, как здесь мягко, девчата, вода сюда идет. Это раньше, в прошлом году этого не было, сделали в этом году. И она приходит ко мне и жалуется. Я ей говорю, ты почему жалуешься? Ты почему жалуешься? Я говорю, ты что, сама не могла себе сумку приготовить? Взять только, говорю, тапочки, взять полотенце. Почему вот ты такая? И вот ты такая, говорю, все время жалуешься на свою маму, все время плохо о матери своей говоришь, все время за нее плохо говоришь. Теперь я же, девчата, вот, ну, вот так я высказалась, потому что это же твоя мама. Что бы там ни было, какая бы она ни была, зато у тебя есть мама, я ей говорю. И теперь она ей не понравилась, Мирея, когда она пришла, что я ей вот так сказала. Теперь она идет. Кайтане что-то там говорит, и я слышу Кайтану. Девчата, все равно все слышно, я слышу Кайтану. Кайтана говорит, она же права. Хоть пьяница твоя мама, так, хоть пьяница, хоть какая, зато у тебя мама есть. Это же замечательно. Мирея, ты не понимаешь, говорит она. Ты не понимаешь, что такое слово мама. Мне так и жалко стало, девочки. Она говорит, вот смотри, а я свой, а Кайтана с утра... Стала пораньше меня, девочки. Вот честное слово, не потому что это моя дочь. Стала раньше меня. Приготовила свою сумку, приготовила очки, приготовила крем. Я ей говорю, молодец. Она говорит, тетя, у меня же такое большое желание приехать. Она очень хотела. Так что вот так, девчата. Ай, у кого есть, родители не ценят. А у кого их нету, начинает уже понимать. Ой. Моя свекровь сегодня тоже плакала, девочки, моему мужу. Там жалуется на моего свекра. Ой, эти взрослые люди тоже. Ни на что не пригодные, девчата. Вот честное слово, вот ни на что. Что милее, что моя. Только что хвалила, вот сейчас я ее ругаю. Это ненормально. Говорю, идите вниз, возьмите место. Не видите, сколько машин приезжает. Потом места не будет. Они идут вдвоем. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Смеются. Я говорю, чего ты смеешься, Кайтан, скажи мне. Ха-ха-ха-ха-ха. Мирея, это же ха-ха. Я говорю, такое ощущение, говорю, что вам по 5 лет, честное слово. Ну что за молодежь пошла, а? Сказала дочь, не одевай это черное платье. Идем купаться. Не одевай черное платье, столько юбок, столько кофты, столько шорта, столько всего. Мирея вся в черном, это тоже как... Вот честное слово.
Здесь тоже надо платить только карточкой. Нельзя наличными платить. Представляете, за парковку вот тут. Вот здесь где парковочное место? Где вы видите, девчата? Какие условия? Никаких. Надо платить, девчата, чтобы ты машину здесь могла оставить. Кошмар. Ой, а как печет, ребята, печет просто невозможно. Это тоже весь в черном. Ой, девчата, зато я, смотрите, как. Вот в таком коротеньком платьице. Снизу у меня купальник. И все. Слушайте, ребята, вот какие-то, вот, как жарко, девчата. Какие, вот семейка, а. Вот семейка. Ушла Мирея, а свою сумку даже не взяла. Я должна ее сумку нести. Ой. Ну вот что делать, девчата? А вот что делать? Мой Адам вообще был. И свою возьмет, и мою возьмет. Такой был девчата. И ни за что голодным не останется. Ему хоть камни пожарь поест. Вот такой был, такой, знаете, девочки, ох. Если я даже там с кем-то начинаю цапаться, сразу пробегал. В чем дело? Сразу такой. А это сразу. Тетя, не надо. Я не знаю, девчата. Трусиха. Не кушает. Вообще плохо ест. Ой, девочки. Честное слово. Ну, зато добрая. Ой, у меня тоже 7 пятниц на одну неделю. То так, то так. Ну, девчонки, вот такая я. Куда ветер подует, туда иду. Такое мнение. Сейчас я вам покажу место, куда мы часто раньше... Вот я тебе что сказала? Туда вниз. А ты куда пошла? Куда поперлась? Вот я же говорю, какая-то вот, девочки, честное слово. Вот честное слово. Вот клянусь, Кайтана, если я тебе сейчас скажу, что вот у тебя не все дома, ты обидишься. Вы посмотрите на эту красоту. Раньше мы вон туда на камень вот этот становились, потому что сейчас и вода, видать, поднялась. Но, девочки, вода прозрачная. Боюсь, что телефон сюда сейчас рухнет. Ой, а какая вода теплая. О, как хорошо. Там глубоко немножко, а тут вот так прекрасно, девчата. Просто балдежка. Вот честное слово, а. Ой, девчата, как я любила сюда приходить. И сейчас люблю. Здесь я даже вот рыбки видно на моего мужа. Мой муж сейчас, видите, вот перешел. Мы раньше вот на том камне постоянно отдыхали. Си. Ой, как хорошо. Мухарлю пьес, мираки усу. Я говорю, заходите. Ну. Девочки, себя в купальнике показывать не буду. Кайтану в купальнике показывать не буду. Если хотите, мужа могу показать. Единственного. Не Мирею не буду показывать. Ай, как хорошо. Правда, доча? Прекрасно. Китал Мирея? Мира, ла этикета де сухатадор, мете па дентро? Муй бин. Ой, девочки. Кедиси, она говорит, холодная вода. Я говорю, что ты говоришь? Прекрасная вода, девчата, прекрасная. Место замечательное, очень люблю. Люди идут, орут, кричат. Ай, какие красавицы. Vamos entrar depósito. Давайте, заходите. Вот так мы сегодня время проведем. Неужели я отдохну немножко, девчата, от всех дел, от всего? Мне даже не верится. Тут главное еще вода без хлорки, без ничего, понимаете? Вот, ну, это же горная вода, понимаете? Это вот с гор идет. Ну, там лед, то, что вот растаял. Здесь в Испании тоже есть места, где снег есть и все на высоте, понимаете? Вот оттуда идет вода. Так что, девчата, давайте я на этом закругляюсь, а может быть и не закругляюсь. Но все равно люблю вас, пока. Ребята, тут ресторан. Мы с собой ничего не взяли. Ба. Мы тут покушаем. Вот, домашняя еда, да? Один день я здесь томатный суп, они мне принесли томатный суп, который в банках. Я им говорю, а что это, домашняя еда называется у вас? Смотрите, сколько столов. Да, и здесь дешевого ничего нету, не думайте, что здесь что-то дешево. Claro que sí. Цены.
Ну, вот самый такой обычный суп, да? С вермишелями, да, вот. И что-то 4.50. Потом здесь и рыба есть по 8 евро. Короче, вот цены видите, да, сами. Салат русский, да, это у них называется. Здесь все салаты есть русские, они везде есть. А здесь хлеб с колбаской, там туда с сыром. Вот, короче, там, по 5 евро. А рассёны, это значит маленькие, вот, например, крылышки, там мясо жареное, там по 8.50 крылышки, 9 евро мясо просто жареное. Ну, короче, вот такие цены, девчата. Цены, конечно, еще как. Смотрите, кролик. Целый кролик пожаренный 18.50. Но если килограмм стоит 11.50, в принципе, это и недорого, девчата. Ну, короче, вот такое. Так. Там, наверное, и столик есть. Все забито, девчата. Знаете, главное, эти официанты уже много лет, это, ну, домашние, ихние, да, вот. Идет с поколения в поколение. Смотрите, как шумно. Здесь есть лежаки, девчата, тоже за деньги. Помните сережку, где я потеряла? Вот на этой я потеряла сережку. Сейчас я их сняла, девочки. И губы накрасила. Сейчас я вам покажу. Губы накрасила, но мокрая, да, как курица. Вот здесь вот так. Какая прелесть, а? Там столы. С той стороны, ну, с того берега, столы, все, можно взять, но далеко просто от воды, да, вот мне не нравится. Туда на водопад очень многие проходят, но здесь так чистенько, девчата. Вот лестница специально, здесь они чистят, вот эти ребята, которые, я не знаю, сколько они платят, но они выкупили, короче, это место, да, но не, хочу сказать, что каждый год они тут, только хозяева, да, вот за этим ухаживают. Я бы прям не сказала, что очень хорошо ухаживают. Ну, они потом зимой открывают вот эту, и она остается полупустая, почти без воды. И они чистят немножко все. Шум воды успокаивает, правда? А все купаются. Просто прелесть. Девчата, не хочу людей, да, вот купальников, то, что мне не нравится, не хочу делать, да. Ну, выхода другого нету, хочу вам просто показать. Туда дальше тоже нету, дальше, дальше. Ну, там уже не вот так, конечно. Здесь просто, вот знаете, что неудобно, вот где ты поставишь. Короче, место вот такое, какое-то неудобное. Здесь спуск хороший. Так, иду за стол. Мы взяли столик. Ай, мои золотюшки! Как это вы мороженое кушаете перед едой? Идем за стол. Идемте. Идем, да. Идешь туда? Кайтана, Кайтана, иди сюда на минуточку. Иди сюда на минуточку. Хорошо тут, девчата, очень хорошо. Si ahora no quieres comer, coméis vuestro helado, luego entonces venimos por bocadillo por vosotros y para vosotros y ya está, ¿vale? ¿Qué te parece? ¿Quieres comer tú? Cogemos ahora. Coge, oh, ¿coges ahora? Para llevar. Para llevar, sí. Ajá. ¿De qué? Ajá, ¿y tú? Они потом хотят хлеб с колбасой, они не хотят. Ну, вот так иду. Смотрите, какая кисюня. Вот дела. Мы сюда сели, как будто мы хозяева. А нам говорит, нет, надо записаться.
люди ждут. Вы не можете сесть, говорит, за стол, говорит, когда вы хотите. Короче, записывают нас. Представляете, насколько, да? Записывают, а потом нам скажут. Они не могут сказать точное время, когда нас примут. Вы понимаете, что я вам хочу сказать? Посмотрите, какой стол. Весь ресторан полный, полный. Так что вот так. А потом говорят, денег нету. Ну, будем ждать, а что делать? Этот официант нас узнал, который он там, видите, что значит знакомство. И говорит, вы что, для вас нет проблем, садитесь, берите стол. И то он говорит, давай здесь, а внутри. Я говорю, давай. Так что вот, нас приняли по блату, короче. Вот что значит быть популярным, а? Вот такие дела у нас. Девчата, я сейчас лопну. Не от злости, а от того, что нажралась. Короче, гаспачо, томатный суп я попросила. И саван тоже себе. Одну порцию мне, одну порцию ему. Ну там чуть-чуть, но все равно, но домашний томатный суп. Потом, Иставан, инсиняль больше де кайтана. Дай, Лавольта, смотрите, девочки. Показываю вам кайтана на испанском, как пишется. И ее сумочка. Специально заказывала для нее. Ой, Иставан заказал картошку жареную с мясом. Я заказала весточки, да? Ну, как шампиньоны, другие, как, короче, как лисички, вот, как лисички с яйцом. Ой, девчонки, вот честное слово, и, наверное, литр воды выпила. Все, и с тобой потерял дар речи, увидел столько мотоциклов. Ой, девчат, вот нажралась, зачем мне столько было, надо было кушать. Вот кажется, что нет, да, вот. Кажется, что вот, ну, что я там заказала, томатный суп, да, и вот грибы, да. Но, девчонки, вот честное слово, от того, что жарко, пьешь, желудок уже так растянулся от этой воды, что даже есть не хочется. Кайтаночка себе там хлеб с колбаской выбрала. Вот сейчас мы ей понесем, они уже давно ушли вниз, мы не хотим тут сидеть. Я кремом намазалась от загара, но все равно чувствую, что горит все. Еще главное, мы же на высоте. Вы же знаете, что на высоте еще жарче. Вот здесь такой спуск крутой. Сейчас я вам с высоты покажу. Аурабой, Киро Гравардизаки. Смотрите. Там Кайтан сказал, там два мальчика пошли. Сюда. Вот Кайтана. Кае! Приветик, ой, оса! Ой, я уже не хочу, я уже боюсь, ну вас нахер! Ой, она за мной идет! Купается! Приветики, мое солнышко! Давай, покажи, что умеешь делать! Смотрите, говорит, ой, моя радость! Мое солнышко, мое все. А тут водопад, девчата, вот такой тоже красивый, даже. Шум воды, девчат. Ой, как настоящий Кавказ. Ах! Ой! Хорошо, девчата. Поела, сейчас вниз спущусь. Вода прохладненькая. Чуть-чуть сполоснусь. Ну, ой, жизнь просто... набирает. Смотрите, мой муж ни за что не спустится без меня. Меня ждет, чтобы мне ручку дать. Вот что такое любовь, а, девчата? Вот что такое. Так что... это ни за какие деньги не купишь, ребята. Здесь тут такой спуск нехороший. Видите, он поломал веточки, чтобы я не зацепилась. Чтобы было удобнее спускаться. Я лучше отключусь, а то я сейчас начну орать, как бешеная. Ребята, как мы хорошо время провели, честное слово. Вот следующие выходные мы придем чуть-чуть пораньше. Природа просто прекрасна. Вот едем. Кайтана, как ты время провела? Хорошо? И Мирея Таутал? О, им очень понравилось. И мне понравилось. Лошади. Какие здесь финки, девчата. Ну, здесь посмотрите. Вот так, если посмотришь, да? Природа просто замечательная. Нет плохой погоды.
И нет плохой природы, девчата. Если мы их оставим, ну здесь, конечно, много воды, не видите, да, как все зелено. Это место, где много очень воды. Земля такая добротная, хорошая земля. Вот едем сейчас, отвезем Мирею. Я не могу с головы убрать, да, вот Томасика. Как Томасик, переживаю, девочки, да? Завтра обязательно Томасика поведем к врачу, обязательно, прям в первую очередь, как встаем, едем к ветеринару, уже время взяла, все, еду к ветеринару проверить Томаса, если надо, там, наверное, УЗИ ему надо сделать, я так думаю, как-то вот так, девчата, посмотрите, какая прелесть, надеюсь, что вам понравилось. Приезжайте ко мне, я вас повезу искупаться со мной. И на рыбалку повезу, девчата. И борщом угощу. Вот так. Ой, борща у меня, девчат. Я все заморозила. Как соскучусь, вытаскиваю, разморожу. Утром вытащила, к обеду уже размороженное. Потихоньку я его подогреваю, потому что не кипячу. Девчата, я в следующий раз вот попробую. Возьму вот чуть-чуть вот с борща, да? Но я же без поджарки делаю, потому что уже, вообще давно уже делаю без поджарки. И сделаю и с одной чуть-чуть уксус, а другой чуть-чуть лимон. Посмотрю цвет, чтобы... У меня он же такой бордовый получается. А потом раз так цвет исчезает, в этот момент такой он красивый. А потом, а вот для меня очень важно, чтобы вот как свекольник, чтобы он был, понимаете, девчат? Один день готовлю свекольник. Ой, ребята, какая прелесть. Вот такой вот так мне нравится. Но у нас вот так бывает, девчонки, в ноябре, в октябре, до марта месяца. У нас вот так. Ну а потом все уже. Хотя у меня сейчас же уже брызгалки. А? Он себе сделал пруд. Мне вот уже. Ой, что я не хочу, девчата? Я все хочу. Как-то вот так. Сейчас мы сперва домой. Он отвезет Мирею. И а мы с Каэтаночкой пока искупаемся. Я пока чуть-чуть ужин сготовлю. Посмотрим, как Томасик. Мы поэтому чуть-чуть пораньше. Вот. Что Каэтана, что я постоянно. Как там интересно, Томас? Как там интересно, Томас? Переживаем. Если он возьмет Шакиру сейчас, отвезет к своей матери. Пока пускай у нее побудет. Посмотрим, девчата. Потому что она и Майкина обижает, и, короче, девчата, мне зачем лишние проблемы нужны? Хотя уже мы полюбили ее тоже. Ну, мы посмотрим, короче. Чуть-чуть пускай пока Томасик себя придет. А то как-то нечестно. Томасик дома, а она на улице. Это тоже нечестно, девочки, да? Хотя у нас и Майкин на улице. Но я Майкина не... Он вырос на улице. Понимаете, там воровая, чтобы защищала все. Тут такой был пожар в один день, девчат. О-о-о, горело все, ребята, пламенем. Вот в Испании вот это от этой жары, да, от того, что, ну, люди тоже бутылки, стекла, вот это все бросают. Хотя, девчата, пожары большинство от рук людей, да. В прошлом году или позапрошлом году поймали одних. Слушайте, вот не дебилы, а ходили, лес поджигали. Вот есть такие, как пироманы, что ли, хер его знает. Вот взять пальцы им поломать. Как ты можешь, вот такие деревья, которые столько лет они растут, да? Вот как можно взять вот так и поджечь, а? Яйца ему поджечь бы немножко. Посмотри, да, сколько домов сгорело и все. Потому что вот какая-то тварь решила вот это сделать, понимаете, девчата? Потому что сама по себе от природы очень мало этих пожаров. Это большинство от человеческих рук. Я же говорю, хуже человека нет никого. Как в одном этом я читала, там самого злого зверя хотели показать, и зеркало поставили и сказали, вот посмотрите, это человек. Вот так, с этим я полностью согласна. Полностью. Как они смеялись, как они хорошо время провели. Я тоже под водой сколько плавала. О, ребята, прям, знаете, это все-таки нужно бывает. Люблю вас, мои золотые. Обожаю вас. Берегите себя. Не всегда все в работе, да? Для себя тоже время уделяйте. И для своего мужа. Ой, едет мой муж.
Ой, как камеру любит, сразу понял, что о нем речь идет. Ай, китара пасалдия. Хорошо, говорит. Но, девчонки, вода тоже утомляет немножко, понимаете? Целую вас, пока, мои золотые.